Россельхозбанк начал выплаты вкладчикам банка CBS, у которого отозвали лицензию 28 апреля. В Омске выплаты производятся в трех отделениях банка агента. Это на Красном пути 3, Маяковского 16 и Фрунзе 52. Сейчас уже составлен примерный график и увеличено рабочее время в субботу, чтобы принять как можно больше клиентов банка CBS. Всего таких более 1200 человек. Общая сумма вложений, которую предстоит вернуть, около миллиарда рублей. Выплаты будут производиться до 13 мая 2018 года. Процедура на клиентах Россельхозбанка не отразится. Выплата может быть произведена как физическому лицу, вкладчику банка, так и индивидуальному предпринимателю. Есть особые условия для выплаты вкладов индивидуальным предпринимателям, а только безналичным путем. Физического лица выплата производится по его выбору, как наличными деньгами, так и перечислениями, так и во вклад